В России продлили приватизацию жилья. Продолжается и льготная приватизация муниципальных площадей. Об эффективности использования муниципального имущества в Чебоксарах далее в репортаже. Максимальное получение доходов от использования муниципальной собственности, доходов от приватизации, от сдачи в аренду помещений – это стратегическая цель Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом. Реализация 159-го закона на территории города Чебоксара сегодня находится в центре внимания городской власти. Поступление от реализации выкупа субъектами малопредпринимательства по этому закону является на сегодняшний день основным источником пополнения бюджета города. За 5 лет действия 159-го федерального закона о льготной приватизации нежилых помещений для малого и среднего бизнеса из муниципальной в частную собственность в городе перешли 354 помещения. Общее поступление доходов от использования муниципального имущества в бюджет города Чебоксары планируется в объеме 733 миллиона, из которых 268 миллионов составляют доходы от приватизации, в том числе от реализации вот именно федерального закона 159 «Выкуп преимущественного права». Как отметила начальник отдела финансов и учета горком имущества, увеличение бюджета города от приватизации в этом году ожидается чуть меньше, чем в прошлом. Это связано с количеством помещений, которые могут быть представлены предпринимателям. Всего в муниципальной собственности города сегодня находится чуть более 80 помещений. Данифа Тагирова, Николай Яковлев, Республика.